Рад приветствовать на своем канале. Сегодня у нас Control, и мы продолжаем тут играться. Собственно, я тут немного побегал, поубивал вражин и прокачал наш кумуль. Теперь кумуля есть два модуля. Вот, один я еще поставил еще на урон, но при прицеливании, то есть не всегда он будет срабатывать, поэтому вот как-то так. Пришлось практически все потратить. Вот. Ну да ладно. Значит, нам нужно бы выбрать себе миссию. Найти место переработки камня. И он у нас не в исследованиях, насколько я помню. Так, быстрое перемещение. В обслуживании. Пошли отсюда. Не знаю, насколько будет удобно идти, но попробуем, по крайней мере. Осталось нам еще как-то прокачать наше вращение, чтобы поставить экономию патрончиков. Либо быструю перезагрузку, не знаю, как это даже лучше сделать. Вообще, нам, конечно, туда надо. О, есть сектор-элеватор. Назад. Тут мы с вами все собрали. Да, конечно, за счет того, что достаточно объемная территория и... При всем при этом... Кроме того, что она просто объемная, она достаточно разнообразная. Не знаешь, как ее... Где ты вообще был, где ты не был. Что ты видел, чего ты не видел. А вот интересно, а как туда можно попасть? Потому что если так прыгнуть, он не допрыгнет. Так, хорошо, ладно. Значит. А, ну нам надо просто вернуться на эту. На площадку основную и оттуда уже идти. Так. Да. У нас был телепортик. Так, хорош. Вентиляция нет. Вот, отсюда пойдем. Лучше всего уж начинать оттуда, откуда... Как это? Где, как говорят, ты в этом, в центре находишься. Кстати, у нас, по-моему, прошли, точнее, ушли наши люди. Так. Че будет, как будет. Так, мейнтренс. А, ну вот он. Нет, опять Space Elevator. А почему ты нас сюда отправляешь? Так, это Field Training. Вот он, Black Rock Processing. Не шишень. Thank you.
этой жопы. До свидания. Так, турбин рум. Кстати, здесь я, по-моему, не был. Нет, был. Просто я этого не помню, что я тут был. Вот здесь я не был. Сейчас все сходим. Снова у нас коридор доступа. А, и тут у нас, видите, моста нет. Соседство нам надо просто бы все тут обойти. Ничего интересного, да? Так. Тут довольно-таки все просто. Нужно взять вот эту бойду и туда так вот бабах. Только не знаю. А, нам то нужно, чтобы дверку открыть. Сейчас. Хорошо, энергия не тратится, когда мы просто несем. Оп. Так, это сейчас мы тут мост зафигачим. Здесь сейчас пройдемся. А, ну это вниз. Я вас понял, нам пока не надо. Так, три раза, короче. Херак. Так, вот нужно обойти гостиницу опять. Так, хорошо. Надо запомнить, как выглядит комната. Но вроде ничего двигать нельзя, поэтому дальше. А вот видите, выдвинут этот. Надо вот так вот поставить. Вот так вот. И вот так вот. О, видите, звук пошел. Все типа норм. Так. Вот, проверяем. Все верно. Теперь третья. И ключики. Погнали! Тут еще что интересное, есть вот такая комната. Видите, тут другой знак. И вот такая комната, и просто треугольник, и вот такая хрень. То есть есть вот пирамидка. Вот и все. Да, это гостиница Ocean, или как она там называется. Она, конечно, довольно-таки странная штука. Потому что хрен... А, погодите. Я же видел, что я что-то не забрал. Довольно-таки странная штука, потому что... Черт его знает, реально ли это переход между мирами.
Или нет? Ну, вообще, вот эти переходы, как это в огромном... Что это вообще за здание? Понятно, что оно вне времени и вне пространства. Вон, кстати, еще мост. И не один. И вон там еще, смотри. Причем выглядит так, как будто вообще висит. И там есть... Это... А, нет, это тоже от двери. Ну, короче, тут на самом деле все не так уж и просто. We need to find a way to Blackrock processing. That's where Marshall said we'd find a prism. Так, пятый пока рано. Reminder. If the contents of your workspace have been rearranged, removed, added to, or altered in any other way, you should immediately leave the area while speaking to yourself in a reassuring tone. This will not only keep you calm, ободряющим but also the тоном. Класс. Thank you for your attention. Так, у нас тут толканы. Надо заглянуть. Довольно-таки редко сюда хожу, на самом деле, по толканам. А в них очень много всяких ништяков, может быть. О. Отлично. Эффективность метания, ну-ка. Минус 13, кстати, неплохо. Но у нас на восстановление энергии, поэтому не особо важно. Вот вращение бы, конечно, да. Вот скорость перезарядки, кстати, неплохо. Точность плюс 11. Это все вот на вращение надо ставить. Чтобы было вообще все по красоте. Так, вот это... Масштабирование нафиг. Скорость перезарядки. Да ладно. В целом у нас неплохо все перезаряжается. Вот вращение бы я бы еще прокачал. Так, я слышу каких-то людей. Так, это мы с вами открыли. Видели, у него башка рванула. Нормально мы тут повоевали, смотри-ка. По модулей всяких. Так, мы это дело забираем. Надеюсь, чтобы без подставки в прошлый раз.
Да, все норм. Все. У нас все круто. Кстати, давай посмотрим, может. Астральные конструкты. Нет, только хватка осталась. Я вообще раньше думал, когда первый раз проходил, думал, что если прокачиваешь хватку, прокачивается и все остальное. Ну, как бы это вроде как базовое оружие, да, и, соответственно, на нем строится все остальное оружие. Но нет, оказалось, что для каждого типа вооружения своя модернизация. Не допрыгнул. Ладно. Все равно рядом есть где подняться. Но сначала надо все это дело, как обычно, пробежать. Давай. Эффективность увертки. During an AWE investigation, our agents discovered a light switch cord. Вот это интересно послушать. Bungalow closet. They pulled the cord and were instantly transported to the Ocean View Motel and Casino. Dreamlike haze. Inside, they found a door marked with an inverted black pyramid. And just like that, it led back to the oldest house, some 2,000 miles from Montana. Now we're finding the cord in increasing numbers throughout the Bureau. Somehow the two places, they became in tune to each other. The actual physical location of the Ocean View is a mystery. Stepping beyond its walls has so far proven impossible. A place of power, like the oldest house. Интересно, а почему дом называется старейшим? Вот тут, вот, как бы, кто еще не понял, старейший дом — это там, где мы сейчас с вами бегаем, как раз таки. Вот почему он старейший? Есть какое-то к нему описание? Почему, объясняется, нет? Так, хорошо. Glad to see you're still you. Medic, what's the damage? They've each taken a few hits. We need to get them to... Опять-то? Hey, thanks for bringing down that... whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock to take more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FPC. The Darling's lab is just past Blackrock processing. But I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and... well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Так, а можно с ним еще поговорить? Нет? Ну ладно. Так, а что у нас по квесту? Так, знаете что, давайте я быстренько это дело пройду. Вот, получу ресурсы за него, может быть, нам что-то дадут для нашей прокачки с последующей, вот, и мы тогда с вами продолжим именно вот с этого места. Так, ну вроде бы все, я тут немного
прокачался, ну так, не особо сильно. Пошли дальше. Насколько я помню, тут сейчас будет, мягко говоря, жопа. Потому что да, это будет жопа. Тут у нас всякие трупики валяются. Здесь будет очень неприятный враг. Причем я бы не сказал, что... Так. Лодка-лебедь. Я бы не сказал, что это сложный монстр, сколько требует просто внимания к себе. Так, как-то я тут проходил, чтобы собрать еще лут. Погоди-ка. Вот туда как-то я попадал. А, наверное, после убийства этого лебедя. Ладно, пойдем попробуем. Надеюсь, у меня все получится, потому что реально достаточно жопный враг. Потому что как минимум он невидимый. Вот он. Вот он, его видно. Но его точно так же надо каруселить. Потому что иначе... Вот он, его видно, на самом деле. Но фигня заключается в том, что он... У него достаточно мощная атака. И он этой атакой может... Вот он. Очень серьезно задеть. Не успел. Ладно. Ай-яй-яй. Задел меня. Тварь. Причем, судя по звуку, он еще тут остался, этот таракан. Но по факту его здесь нету. Так, смотри-ка, можно, по-моему, наверх подняться. По крайней мере, попытаться. Потому что наверху там что-то тоже есть. Может и нет. И вот этих врагов скоро станет безумное количество. Ну, конечно, безумное это я перебрал слова. Так, тут у нас сейчас рассказывает про карьер черного камня. Тоже достаточно удивительная фигня. Black rock comes from a threshold quarry. So the prisms must be there too. Удивительная хрень, что вот этот карьер, он в доме расположен. Мягко говоря, это довольно-таки удивительная штука. Так, хорошо, вот мы здесь. Так, усиление энергии. Вот это хорошо, кстати. Я пока бегал по квестам, и я тут все столько этих, блин, модов на это насобирал. Вот мне бы вот мод, который ускоряет перезарядку нашей энергии. Потому что объем у нас сейчас хороший. Но нам немного не хватает скорости заряда. Так, еще я был бы не прочь.
Если бы у нас появилась эта возможность жизнь немного поднабрать. В целом это можно сделать, когда мы доберемся до телепорта. Но после телепорта восстанавливается быстрая энергия. Я в building, leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm... It feels... Just the right kind of thing. Так, ну мы, кстати, здесь были, если помните, мы заряжали вот эту штуку для охлаждения или чего. Нет, поэтому... Тут есть одно опасное место, куда ни в коем случае не стоит заходить раньше времени. Вот это вот. Точнее, заходить можно? Выйти надо. Потому что если выйдешь с той стороны... то не вернешься вот сюда. Придется обходить опять все это дело. Не знаю, может быть, это, конечно, был глюк, но очень неприятный глюк. Потому что пришлось опять этого лебедя, блин, уничтожать. Там что-то еще. То есть это была, конечно, неприятная штука. Все, мы дело забрали. Еще стоит очень неплохой урон от попадания в голову, но с учетом того, что кумуль стреляет таким образом, что совершенно неважно, куда ты попадаешь, ты автоматом попадаешь в бошку, можно особо в этом плане не напрягаться по прицеливанию. Так, вот эффективность метания. Вот, кстати, я хотел сказать. У нас появился с вами еще один телепорт. Вот он, я на него смотрю. Но как определить, где он расположен в плане того, на каком уровне на карте? Это довольно сложная задача. То есть, если ранее, как бы, не играл в эту игру... На самом деле неприятно это дело все определять. Так, я думаю, что сюда тоже можно попасть. Правда, непонятно пока зачем. А, ну только если журнал почитать. Вентилятор. А что с вентилятором не так? Непонятно, что с вентилятором. Но, видимо, кто-то от них умирает. Кстати, пятый уровень. Пятый уровень. Слушайте. А пошли-ка, знаете что? Вернемся в центр управления. А, если помните, там был музыкальный этот, проигрыватель, который закрыт был как раз-таки, по-моему, за пятым уровнем. Не за шестым, а именно за пятым. И мне кажется, самое время попытаться что-то с этим сделать. Контрмеры совета, кстати, мы выполнили, на удивление. Когда успели? Так. Маневрирование. Убить врагов с помощью табельного оружия в режиме осколков. Неинтересно. Убить деформеров. Деформеры, не помню, кто это такие. Сектор обслуживания. Не уверен, что мы туда вернемся. Так, хорошо. Быстрое перемещение. Нам нужно... Центральный отдел.
Пока мы слишком далеко не ушли, потому что дальше будет... Ну, далеко, в общем. Далеко возвращаться. Так, а где эта штука была? А, смотри-ка, с мной еще, по-моему, может поговорить, да? Нет, больше нельзя. See you soon. Be careful out there. Да-да. Ну, дай. Где это было? It's ridiculous. Да, вот он. Нет, подожди. Здесь не пятый. Здесь его просто нет. А где же был пятый? Что-то я назвездил. Где же был пятый? Так, что у нас еще было? Где-то у нас еще был же этот лифт. Ну ладно. Вот он вверх. Что-то же было за пятым. Надо, короче, пересмотреть видосы свои и сходить туда посмотреть. Потому что что-то какая-то штука была, и я очень хотел туда попасть, но как-то что-то не получалось. Ну ладно. Сейчас разберемся. Так. Благо телепортов хватает, на удивление. Обычно... Где-то был снайпер. По нам стрелял. Видимо, решил свинтить. Ну, я... Ладно уж. Решил, так же решил. Так, лифт. Лифт. Так, это у нас укрытие. Вообще, я подумаю, что надо бы вернуть обратно в стан дробовик. Хоть я все модули на него и потратил на прокачку. Потому что, может быть, он скоро нам потребуется, но я не уверен. Elevator's broken. Gotta get down the old-fashioned way. Тут квакает. Жопа. До свидания. Так. Мне кажется, я кого-то тут еще видел.
Ладно, не видел, слышал. Я кого-то здесь опять слышал. Он ходит. А нет, да. Очень не хватает какой-нибудь штуки, типа гранаты. Что-то как-то... Они, благо, вот эта хрень, благо, не ползает по этим... По стенам. Потому что если бы она еще и по стенам ползала, это вообще бы жуть была какая. Так, что-то у меня есть какое-то предположение, что сейчас будет эпичная драка, потому что... Во-первых, я слышу. И, судя по всему, там опять этот лебедь, не лебедь. А вот, кстати, у нас есть информация по... Так, деформы ИСов, я понял, как выглядит деформ. Извращенный, понятно. Кластер, понятно. Охранник. Подрывник. Рейнджер. Рядовой. Снайпер. Мне бы вот посмотреть, что за херня у нас в этом творится. А что это за птичка такая? Непонятно. Так. Вот она, птичка эта чертова. Я так понимаю, что она тут есть все-таки. Или нет? Ну хотя была бы, наверное, это музыка другая. Все-таки тут фигня заключается в том, что... Вот эти чекпоинты, они достаточно простые относительно, конечно же. Их разработчики не делают сложными, иначе бы, типа, была бы полная задница. Так. Извращенные... Не будем вот это вот, которое по секторам. Режим заряда у нас такого пока нет. Так. Ну, пусть будет. Ладно. Я все выбираю, выбираю, а сам... Ой, господи. Знаете?
самом деле очень неплохая штука. Этот захват. По факту эта штука нередко спасает. Просто даже не для защиты какой-то, а скорее для отведения внимания. Вот. Так, это у нас это. Дверка у нас тут закрытая, я так смотрю. Кстати, вот это... по-моему, это, знаете, еще с игр 90-х такая херня осталась. Такая вот... Такое объяснение того, что, типа, что-то не работает. Или закрыто. Значит, тут есть некоторая проблемка. А именно, вот эти вот черти... которая неубиваема. Вообще, можно вот туда зайти каким-то образом, но, по-моему, когда я туда ходил, это было все... там пустота. То есть ничего интересного нету. Не, на самом деле там было кое-что, но столько мата, блин, я давно так не орал. Пройти вот эту фигню, которая там жужжит, на самом деле несложно. Там оказалось в том, что там новые враги, которых я еще не видел. Я не знаю, как с ними бороться. Я одного отстрелил, но больше мне не хватило, и мне пришлось оттуда валить нахрен. Да... Карьер, конечно, знатный. Карьер знатный. Но я боюсь, что нам нужно будет как-то здесь так пройти, чтобы нас никто не трогал. Так, тут дело надо бы открыть. Чтобы мы могли в любой момент свинтить отсюда.
А, найти карьер. Карьер мы нашли. Что тебе еще от меня надо? Жалко, его просто опустить нельзя. А, ну я вижу, что у нас подсвечивается. Полезли. Чё ты какой-то ты? Так, вот там как раз есть чуваки, которых надо пристрелить. Или прибить. О, держит, смотри, какую дуру. Обратно лови. Как хорошо ты ему прилетел, слушай. Пальнул, по-моему, не туда мальца. Сейчас стоит не забывать о том, что у меня вообще-то есть очень топовый щит. Так, хорошо. У нас осталась хрень одна. Которая взрывается. Ну и на этом все, походу. Тихо, тихо, чё ты? Не буянь. И вы? And there it is, right where you led me. Блин, и вот тут повылезали вот эти сволочи. Ну, I need to get this present to Marshall before it's too late. HRAs, then Dylan. Так, мы здесь пройдем. Вот интересно, они как-то уничтожаются? Мне вот просто... В целом, когда ты по ним стреляешь, через какое-то время у них открывается ядро. Вот, и как бы да. Так, смотри-ка, вон там еще есть что-то. И вот там.
там вообще лифт? Вот он, например, стоит. Ну, такое себе. И вот теперь их тут двое. Замечательно. Надо бы, конечно, их отсюда как-то убрать. Да, интересно. Ну вот там вот что? Там я не был, честно признаюсь. Там я не был, я даже не знаю, что там. Ну и, соответственно, я не знаю, какой Restricted Area. Там тоже не был. Хотя там, видите, лифт указан какой-то. Но я его не видел там. Он, видимо, есть где-то, но... Я его не видел. Мы с вами вот как раз-таки вот с той стороны и были. Так, а где второй шарик? Они там, что ли? Чпокаются. Да, их там двое. Ну, давай попробуем обойти немножко. Показано, что еще там что-то есть, но туда мы никак нигде вообще. Хотя, не, наверное, ну вот эту вот хрень мы никак не запрыгнем. Где-то вот здесь вот должен быть лифт, но внизу его точно нету. Нигде его тут нету, поэтому я не знаю, что это. Да, запрыгни. Что это за лифт такой? Какая-то тишина. Тут какая-то подсветка такая интересная. Но для чего она? Непонятно. Удобство того, что можно все обходить без каких-либо. Тихо. А, они там, походу, застряли. На самом деле это не может не радовать. Потому что нам вот сюда надо. И тут они есть тоже. И не только они. Но еще и обычные засрюндели. Вон, видите, у него ядро нажило. И по нему даже типа попадание проходит. Беги, дура. Все. Ушли. Пока, придурки. Сейчас нам надо добраться до телепорта, хотя он тут был. Но чтобы не это.
стреляют, смотри-ка по нам. Чтобы не полупаться с этим. Мы, пожалуй, где-нибудь здесь. Мы же, получается, на втором этаже сейчас будем. Да. Собственно, туда сейчас переходим на ту сторону. И прыгаем в центральный отдел. Если никто тут нам не помешает, все будет замечательно. Все сломало. Да, смотри, как быстро достаточно восстанавливается у нас энергия. Это очень классненько. Так, где у нас центральный отдел? Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it? She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6. Codename P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him? We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Situation report. All set. Да. Executive is in the process of being fortified. Так. У нас с вами еще один телефонная связь появилась. Астральные конструкты. Удивительно, вовремя это вообще появилось. Тут прям реально самое вот вовремя. Так, смотрите, у нас 3 очка, не 4, 3. Это грустно на самом деле. Можем дальше это разблокировать, но давайте-ка мы с вами
Еще немного жизни себе добавим. Потому что жизнь, она важна. А потом 4, смотри, как вот нам эти 4 собрать? Еще 2... 2 вот эти вот фигни, и можно будет что-нибудь себе еще разблокировать. Что у нас по астральным конструктам? Все еще хватка улучшается. Ну, печаль вообще. Так. Вообще ничего не сделали. Ладненько, давайте тогда так. Я сейчас... на этом мы сейчас остановимся. А в этот момент я посмотрю, какую же я дверь хотел открыть, чтобы нам было вообще чем... Вот, кстати, я вижу вверху дверь как красная. Вряд ли. Это первого уровня. Хотя тут есть кое-что, но нет. Что-то ведь мы хотели открыть именно 5 уровня. Поэтому давайте здесь остановимся. Я посмотрю, решу. И когда уже увидимся, мы сразу сюда и направимся, надеюсь. Не забывайте подписываться на канал, заходите ко мне в Discord. Всем удачи и пока.